Приветствую всех себя на канале. Сегодня получил я посылку с Китая. Это у нас спиннинговая палка, узилище. Прислали мне ее китайцы компании СДЭК. Пришла она на Минск, потом на Гомель, а Гомель уже дослал в наш район Белпоштой мелким пакетом. Раньше отправляли этим, как его называют, ЕМС пересылкой. Но ЕМС пересылка дорогая, 15 белорусских рублей где-то стоит по Беларуси, а это всего лишь 5 рублей. 5 рублей это 2 где-то доллара в среднем, а 15 это уже 7. Так что научились уже и отправляюсь мелким пакетом. Так что можно заказывать через СДЭК, прямо приходит до населенного пункта по Беларуси. Китайцы упаковали с такой вот пометкой «Фрагиле». Правильно, неправильно читаю. Это типа, наверное, что бьющиеся предметы, чтобы мне это не ломали, не роняли. И пришла она мне, ну, не так и долго, как раз вот к сезону. 18 уже мая открывается сезон, можно на плавсредстве плавать на воде, ну и ловить спиннингами. У меня то есть палки покороче, 2.10, а это 2.40. Тут три верхушки и основное удильник основный. Сейчас распечатаем. Такие вот трубы жесткие. Ой, до Москвы дойдет. О, вся распечатка. Удобно. Ножик такой у меня с косы сделан со старой, что траву косить. Открыли. Тут видно чехол лежит. Сейчас открываем. Достаем. Опа. Подарок выпал. Братья китайцы положили. Какие-то или рожки. Рожки такие. На микрозих. Видно 5 рожков. Спасибо. Я заказывал там по скидках, когда было спиннинги эти. Где-то он мне 28 долларов, кажется, обошлось. И там еще один заказывал такой самый. То оплата не пошла на карточке, денег не хватало. То осталось висеть у меня на сайте, на Алиэкспресс. И я его потом еще один купил, тот, что не прошла оплата. Так что еще один так и приедет. Но тот уже там идет через Алматы. Это Казахстан, кажется. Туда и то будет долго идти, так думаю. А это пришло быстрее трех. С деком с Москвы, наверное, или откуда. Тубус таки. Твердый, жесткий. Картонный. Садится аккумулятор уже на нашей камере. Отключится, наверное, скоро. Ладно, будем распечатывать, глядеть, что внутри у нас пришло. Чехол такой плотный, хороший, нормальный, широкий чехол. Спиннинг сам наш. Одной рукой то неудобно снимать. 2.40 это у нас штрих-код этот. Трундерболт. Верхушки 8.16 ЛБ. Это, наверное, нагрузка. Верхушка 8.35 грамм. Верхушка 7.28 грамм. И верхушка 4.21 грамм. Три верхушки. Такой вот широкий чехол. О, сантиметров 20. Под каждую отдельно идет верхушку. Сейчас достанем саму палку и верхушки. Аккуратно, чтобы не сломать на изгиб. Одной рукой, конечно, неудобно доставать. Сейчас я привяжу тут эту сторону.
привязал там, чтобы вытаскивать удобно было. Достаем. Красивая такая, гладенькая. Опа. Основная часть. Не сильно, чтобы тяжело, легкая такая на вес. Кольцо. Проклеенные хорошо так швы. Красиво. Гладко. Ну, китайцы научились делать. Зажим, поджим. Односторонний. Тут вставляется в сам это в ручку, в спиннинг. А тут ходячая часть на резьбе. Выкручивается, но сниматься не снимется, там это сверху у нас кольцо карбоном обделано. Что это делать? Так, положим его аккуратно сюда, чтобы не обдрапать. Сейчас достаем верхушки. Это наша первая верхушечка. Довольно такая легкая, где пустотела. Пустотелы полностью. Верхушка ML. Это средняя, будет средней жесткости верхушка. ML это 8-16. Вот она, вверх ногами, ML, 8-16 ЛБ, 8-35 грамм. А, не, это МГ, МГ, да. А вот ML. ML это 4-10 ЛБ, 4-21 грамм. Вот это она, что меньше веса кидать. Сейчас проверим. Строй быстрый будет. То, что видно, вот я нажимаю. Кончик гнется где-то до третьего кольца. Третье кольцо это 30 сантиметров. Кончик только загинается. Ну, у тебя хороший, думаю, спиннинг. Сейчас я его соберу с этой верхушкой. Вставляется где-то сантиметра около 7. Неплохо. Вот, собрал палку я только что. На фоне, давайте доски, будет виднее. 2.40. Неплохий таки спиннинжик. Видно, верхушка вот сгинается, я нажимаю. Быстрый строй будет. Это верхушка. Наверное, и весь он такой. Жесткий спиннинжик. Ну, палка красивая. Кольца стоят рад ровненько. Это самая мягкая верхушка. Здесь вот так я сразу слаживал. Доставал. Показал. 7 сантиметров где-то заходит так вот. 7 сантиметров неплохо. Эта часть нижняя. Гладкая самого палки нашей основы. Гладкая часть, а здесь карбон ребристый. Лаком не залитый такой ребристый. Ладно, сейчас я это дело отложу. Я вот положу на бочку, чтоб случайно не наступить на пороге тут. И достанем остальные верхушки. Это у нас была ML верхушка. Сейчас пожестче что-то идет. Верхнее кольцо. Такое вот. Тюльпанчик наш. Мелкий. Видно. Эта верхушка у нас
MH. ML. MH это 8,35 грамм. И последняя должна быть M 412 LB, это 7,28 грамм. Это будет помягче. Вторая, можно сказать, сзади начиная. Это мягкая, это средняя у нас получается по жесткости. И последняя, вот она тут. Это самая тяжелая должна быть. Верхушка М. М. Верхушка М это 4,12 ЛБ, 7,28 грамм. 7,28 грамма. А, вот это средняя получается. Идет. Да, сначала достал самый меньший вес, что кидать. 4,21 грамм. Это достал я вот что перед этой, что сейчас я держу. 8,35 грамм. А это М, это 7,28 грамм. Это средняя верхушка. Получается у нас на палке на самой сейчас стоит верхушка мягкая. Это вот средняя, а это самый тяжелый вес кидать. Вот это я вот. Верхушка MH. По жесткости сейчас глянем. О, это совсем жесткое видно. Прогинается так. Всем весом, ну, вот я гну, так прикладаю усилия где-то с полкилограмма такой. Сверху на рычаг видно. Так вот. Быстрый строй таки. Я таких два спиннинга заказал, получается. Ну ничего, думаю, не разочаруемся. Кстати, тут больше такое гладкое, пролитое. И здесь тоже.